Между разница между первым разрядом и кандидатом мастера спорта небольшая разница. Вот, но она есть. И разница между кандидатом мастера спорта и мастером спорта тоже разница небольшая, но она есть. И вот начиная с первого разряда, по сути, начинается только спорт. Вот, то есть те, кто выполнили этот разряд, вы уже немножко имеете представление, что такое спорт, что это труд, и что действительно нужно приложить большие усилия для того, чтобы носить это почетное звание мастер спорта. Потому... Высказать свои эмоции. Мне очень приятно, что наконец-то в отделении тайского бокса появились новые тренера, у которых спортсмены достигли кандидата мастера спорта первого разряда. То есть это большой успех для нашего отделения. Кандидат мастера спорта. Тренер Шкафов Павел Юрьевич, его, по-моему, с нами сегодня нет. Мы тебя поздравляем и вам. Хотелева Юлия, кандидат мастера спорта. Поздравляем. Спасибо тем, кто помогал, помогает. Спасибо тем, кто не мешал и не мешает. Их самбистов. Бандрыгин Владислав. Мы вас поздравляем. Черемин Никита. Кандидат в мастера спорта. И Яшин Никита. Кандидат в мастера спорта. Давай, тогда сейчас сразу нам пару слов. Тренерской работы, а также еще и воспитательной. Они, вот это мероприятие говорит о том, что поощрением спортсменов они стимулируют их еще к большим победам, а те, кто не попал сюда, наверняка будут к этому стремиться. То есть это непосредственно идет воспитание детей. И я желаю школе не останавливаться на достигнутом, внедряйте новое, что-то интересное. Ну, а от лица администрации хочу сказать, что вот мы с Жанной Валерьевной прилагаем все усилия, поверьте, нам очень тяжело, но мы стараемся и будем стараться помогать вам финансово. В этом году вот нам удалось убедить депутатов и администрацию выбить деньги на аренду всех залов, то есть сейчас у каждого вида спорта есть свой зал. И это на год железно уже, никто вас оттуда не выгонит, занимайтесь, тренируйтесь. И в следующем году мы тоже будем вам помогать. Так что, ребят, все в ваших руках. Занимайтесь, тренируйтесь и показывайте высокие результаты, прославляя наш город на других соревнованиях более высокого уровня.